Привет, и Ирина Михеева, и журнал «Шоу Вименс» находится на празднике цирковых. Это мероприятие, которое собрало ветеранов циркового дела, а также молодых цирковых артистов. И рядом со мной легенда советского цирка Фатима Гаджикурбанова. Это легендарная семья, 8 сестер. 7. 7 сестер, канатоходцев, которые прославляли Советский Союз под куполом неба. Это очень опасная профессия. Расскажи, сколько лет ты уже ходишь и восхищаешь зрителей? 50. Такого не может быть, это? Да. Я прямо с пеленок, с 5 лет уже вышла в манеж. У вас династия? Да. 7 сестер, папа работал. И мы, и дети наши, уже и внуки. Почему именно цирк? Ну, я родилась в цирке, поэтому цирк. Это была безвыходная ситуация? То есть это было предопределено судьбой? Нет, ну, как бы дети сами выбирают, конечно, но цирковые дети, они, опилочные дети, они посвящают себя полностью цирку. А вы можете себя назвать цирковой принцессой? Ну, вот, как вы себя... ну, вы знаете, я себя бы так не называла. Я думаю, что если кто-то это сделает, то это другое дело. А я просто люблю свою работу, и я чувствую себя на канате как дома. Это другой вопрос. За что любите работу? Вот... Ну, я люблю ее, я живу этой работой. Ну, это же очень опасно. Ну, вы знаете, опасно все в нашей жизни сегодня уже. Поэтому, когда это делаешь мастерски, это же много труда. И, естественно, у канатоходцев только опасно, когда что-то связано с реквизитом. Например, мы же все зависим от железок, от растяжек. Вот это опасно, когда что-то не так. А если ты знаешь свою работу, то это не опасно, это в удовольствие. А было в жизни какой-нибудь такой экстремальной ситуации, которую вы надолго запомнили? Честно, было много, и вспоминать не хочется, потому что было очень много всяких падений в моей семье. Ну, в смысле, сестры и мой муж первый, Медников Александр. Вот. Но возвращались, слава богу, все на канат, и все как бы работали. А вы сейчас проживаете в Лас-Вегасе? Ну да, я, в общем-то, работаю в компании «Росгосцирк». Я работала в «Союзгосцирке», сейчас это «Росгосцирк». И я уже в этой компании уже 8-й год работаю. И, в общем-то, в удовольствие. Вы гастролируете по всему миру? Да, конечно, мы сделали номеры, вот мы были на гастролях. Ну, в Японии уже 4-й раз, конечно. И в Будапеште вот с новым номером вместе с Константином. Сейчас мы поговорим про Константина. А где лучше всего принимает публика? Вот какая публика вам понравилась? Ну, вы знаете, в Будапеште потрясающая публика, могу сказать. Но по городам мы тоже можем различить. Например, в каких-то городах есть тяжелая публика, а более тяжелая. Наш номер всегда принимают хорошо. Мы выкладываемся. Как говорится, как должно быть, артист должен выкладываться в манеже, чтобы дать зрителю то, а зритель нам обратное. Понимаете? И, естественно, принимают нас всегда хорошо. Но вот мы были сейчас на гастроли в Омске. В Омске потрясающий зритель. Там очень много театров, театральная публика, а наш номер «Кармен». И, естественно, как бы это ближе к балету, театру. И там публика понимающая, поэтому принимали нас очень здорово там. Вот Константин, это супруг Фатимы. Ты тоже канатоходец? Да. Выступаешь с супругой? Конечно. Ну, мы вместе по жизни, вместе на канате, везде вместе. А ты из династии? Нет, я не из династии. Случайный выбор. Я закончил цирковое училище, но в цирк по-настоящему привела меня моя жена. Это как случилось? Ну, я его встретила в Лас-Вегасе, вот, и я собиралась сделать номер, а у него был контракт, он работал. Ну, и он оставил контракт и уехал за мной. Не жалеешь? Нет, нисколечки, вы что, это же мое счастье. Друзья, цирк – это счастье. Глядя на счастливые лица этих людей, думаю, невозможно не поверить. Это была Ирина Михеева специально для канала «Шоу Вименс».